лидеры в этой категории были Волков Николай, Коляков Виталий. Дорожка номер 7. Павел Мехров. Николай выходит вперед. Рывок акселя. Легко справляется с акселем. Стартовая тяга. Блин, ногами, ногами сильнее работает. 5 повторений. В отдачу! Легко! Гантеля Стронга! Николай Балайков лидирует. Ходоков Виталий не отстает. И вырывается вперед у нас дорожка номер 5. Карацупа Михаил. Наступая на пятки, Гринников Роман берется за Гантелю Стронга. Николай Балаков уже стал чемпионом Стронга Пау Викен по кросс-лифтингу Александру Стронгу. И у него есть все шансы стать первым чемпионом. И есть первый чемпион международного турнира по кросс-лифтингу в Москве 30 апреля. Второе место Ходоков Виталий. И третьим становится атлет на четвертой дорожке Роман Гребников. Четвертое место. Согрева буквально одну секунду. Дорожка номер 5. Карацупа Михаил. Четвертое место, говорят, самое обидное. До медальки осталось чуть-чуть. Не хватило каких-то долей секунды. Давай, ну. Как тебя Оля учила? Вспоминай. О. Вот это сила! Аплодисменты участникам! Правда нет. Это просто синяк. Что синяк? Ну, слава богу, вроде пока не страшно. В финале. Третья дорожка, а после Никита. Дорожка номер 7. Кузнецов Сергей. Сергей Кузнецов переходит на переброс бревна. Ему остается всего 2 повторения. А мне почему-то Дмитрий нравится всегда тот, кто идет последний. Это вот самый интересный смотритель человек, принимает какие-то решения. Он готов делать ему до конца или нет. Вот здесь смотришь на характер человека. Кто победитель, это хорошо, победитель, это здорово, но всегда нужно подождать такого, который идет в конце шлока. Потому что давай, давай, давай. Вот так работа до конца, молодец, удачи!
Все как надо. А подготовка тяжелая была?